Гюльбери, наши молитвы были услышаны. Наш папа пришел. Мама? Теперь тебе будет хорошо, дорогая. Пришел твой юб. Это правда ты? Это я. Я победил смерть и пришел. Ты не обнимаешь? Это брат, которого я увидел у дедушки. Это он. Какой брат? Это наш папа. Папа. Наш папа? Да. Слава Богу. Мои львы. Иди, цветочек, иди. Иди, брат, иди. Давай поговорим с тобой немного. Пошли со мной. Как вы с детьми нашли друг друга? Я вчера встретился с ними. Это я сказал им не говорить тебе. Не злись на детей. Почему ты не пришел сначала ко мне, дорогая? Я хотел встретиться с тобой как свободный человек. Когда я годами ранее сказал, что перейду границу, ты сильно на меня разозлилась. Даже впервые, когда провожала, не поцеловала. Ты убил человека, Юг. Это было ложью. Это было грехом моего отца. Он свалил его на меня. Но сейчас он признался. Его арестовали. Он ответит за те 7 лет, что отнял у нас. Годами ранее я расстроил тебя. Теперь я хотел тебя обрадовать. Знаешь, чему я рад больше всего? Он совсем не изменился. Где ты был столько лет? В заключении. В тюрьме. Почему ты не позвонил? Почему не сказал? Я искала тебя везде, живым или мертвым, везде искала. От Сирии до Ирака. Почему ты не сообщил? Гюльбери. Я буду отчитываться у двери за эти 7 лет. Давай пройдем внутрь. Ты спросишь, я расскажу. У меня тоже есть что спросить. Почему вы здесь? Откуда взялся этот Стамбул? Что вы пережили за 7 лет, что меня не было? У меня тоже есть что спросить. Бедош, дорогая, завари чай. У меня голова болит без чая. Хорошо, папа. Вы оставили огромный дом и пришли в этот курятник. Причина.
Мы были вынуждены. Вынуждены на что? Эйюб, сядь, передохни. Я помогу Медрее. Мама, ты была права. В жизни есть и приятные сюрпризы тоже. Папа пришел, папа. Можешь поверить. Ладно, я пойду к нему, пускай не остается один. Ты тоже приходи. Иди, дорогая, иди. Консьержка, говорит. Что это такое консьержка? Консьержка. Жена ее Паташкина работает прислугой? Разве такое возможно? А разве стыдно работать? Мне нужны деньги. Жена ее Паташкина не будет работать. Моя жена не будет работать. Гюльбери, ты отлично это знаешь. Ты ослушалась меня. После тебя я осталась без денег. У меня были трудности. И я счастлива, что работаю. Ты уже с первой минуты. Ослушиваешься мужа, да? Что значит без денег? Разве я не сказал тебе перед пересечением границы, что вы останетесь у моих родителей? Почему? Почему вы не с ними? Папа, не смейте. Не смейте, не вмешивайтесь. Не вмешивайся, сынок. Почему ты привезла всех в Стамбул? Тебе не понравились наши края, не так ли? Тебе не понравилось, да? Ты искала причину. Я расскажу, я все расскажу. Но успокойся. Сядь и поговорим. Ты ребенка будешь обманывать? Привет. Веснушка? Что ты здесь делаешь? Это дети мои, поняла? Я доверил этих детей тебе. Как ты можешь растить их в нищете? Внуки Якуба Ташкина в нищете. Веснушка, сейчас очень подходящее время. Позже поговорим, хорошо? А кто этот человек? Мой отец. Мой отец пришел. И о многом нужно поговорить. Давай поговорим потом. И будем долго говорить, хорошо? Давай увидимся. Действительно, сейчас не время. Разве его отец не умер? Получается, что так. Ну что ж, я рада за Хасана. Никто не должен расти без отца. Гюльби. Тебе нечего мне ответить? А вы? Почему вы молчите? Что случилось? Что случилось? Ию прирасскажу, я все расскажу. Если хочешь рассказать, то расскажи сейчас. Нет, мы поговорим с глазу на глаз, перед детьми нельзя. Так нельзя. Что случилось с моими родителями? Почему ты сбежала и переехала сюда? Я не сбежала, после тебя я продолжала жить в поместье. Но они стали относиться ко мне еще хуже, но я все равно продолжала ждать. И что случилось? Гюльбери, что случилось? Твой брат беспокоил нас. Эшдер? Что сделал Эшдер? Он положил на меня глаз и пытался завладеть мной, и защищал, и ранила его ножом и села в тюрьму. Разве тебе не рассказали об этом, Ташкины? Ложь. Ты лжешь. Когда я лгала тебе?
Эшдер. Мой брат. Он не предаст меня. Ты позволила ему? Что? Ты обнадежила его? Ты не смеешь так говорить со мной. Отец, отойди, не вмешивайся. Отец, послушай, ты потом пожалеешь о сказанном. Хасан, ты отойди, не вмешивайся. Твой дорогой брат захотел жениться на моей матери. Хасан, причем угрожая. Ты знаешь об этом? Не знаю ничего. Не обвиняй мою мать. Вы не понимаете, что говорите. Мои родители не позволят этому быть. Они не позволят случиться такой подлости. Что случилось на самом деле? Гюльпери, мои родители выгнали тебя? Папа, ты не знаешь. Моя мама говорит правду. Бедрия, ладно. Не вмешивайся, мама. Моя мама говорит правду. Мои дедушка с бабушкой очень плохие, на моей маме нет греха. Моя мама ни перед кем не влияла хвостом и никого не соблазняла. Знаешь, папа, откуда я это знаю? Потому что то же самое они сделали и со мной. Они продали меня. Они продали меня Али, сыну дяди Хусейна. И он изнасиловал меня. Они убили мою молодость. Ладно. Ладно, дочка, ладно. А дочка, почему ты мне не сказала? Я вчера просил же тебя рассказать обо всем. Мне было стыдно, папа. Стыдно. Мне было стыдно рассказать тебе об этом. Эй! А ты что за мужчина? Что за странный ты мужчина? Почему ты не уследил за своей сестрой? Не надо ее, не вмешивайся. Не вмешивайся, мы поговорим с ним по-мужски. Почему вы оставили сестру одну? Почему ты передал ее Али? Почему ты не поехал с ними? Хасан ни в чем не виноват. Я ему доверил свою семью. Ты мужчина этого дома. Разве я тебя этому учил? Разве я тебя так учил быть мужчиной? Он должен был ценой своей жизни защищать вас. Я доверил ему женщину этого дома. Ты слишком давишь на парня. И если ты хочешь кого-то заставить ответить, иди к Али. И иди спроси с родителей. О, Господи. Мам, ладно. Ладно, довольно. Отец прав. Я не смог уследить. Ни за тобой. Ни за Бедрия. Он прав. Отец, мне так стыдно перед тобой. Прошу прощения. Ты бесконечно прав. Прошу прощения. Прости меня. Прости нас, дочка. Мы просим у тебя прощения за твои раны. Хасан. Так ты уладил это дело? Где могила этого Али? Я пойду и плюну на его могилу. Его задержали. Он сейчас в тюрьме. Я ничему не смог тебя научить. Хасан, нам нужно будет над тобой поработать. Юб, ты куда? Я вернусь через пару часов. Отец. Отец.
А что случилось, сестра? Папа ругал тебя. Почему ты плакала? А мой папа всегда так ругает? Отец, отец, куда ты уходишь? Стой, я тоже пойду. Хасан, вернись домой, и я вернусь. Ой, парни, отойдите и развлекитесь с другими, а? Эй, Пташкин говорит. Что мне еще сказать? Идите, развлекайтесь с другими. Сынок, парень, а, этот человек же умер, он мертв. Разве это прокатит со мной, а? Ну, поприкалывайтесь надо мной, дальше что? А, слава богу, открыл. Прикалывайся еще надо мной. Да клянусь, это ты. Брат Эйюб. Я, да. Али. Ты рад? Да, я рад. Конечно, я рад. Ты откуда взялся, мой дядя? Мой брат Эйюб. Ты откуда появился? Мы с тобой были словно... Али. Да, говори, брат. Обнимай крепче. Долго. Я пришел попрощаться с тобой. А это с чего так? Уходишь? Ну, ты же только пришел, а? Уйдешь, что ли, так быстро? Нет. Не я. Ты. Я? Ах, ты ж сволочь такая. Ах, ты ж... Ты думал, я тебя не убью? Ты думал, за мою дочь некому заступиться? Думал, за нее некому заступиться? Охрана! Как ты мог притронуться к моей дочери, сволочь? Как ты мог притронуться к ней? Убери свои руки, убери! А ну пусти, а ну пусти! Пусти, не держи, я убью этого бесчестного. Как ты мог прикоснуться к моей дочери? Стой, говорю тебе, стой. Пусти. Тебе конец. Я принесу конец и тебе, и твоей семье. Ты труп. Стой, иначе я надену на тебя наручники. Сейфулат, найди мне человека в тюрьме. Я кое-кого закопаю. Али Ташкин, мой двоюродный брат. Парень, какая бы ни была цена, заплатим. Перед тобой Эйюб Ташкин. Давай. Если кто-то посмотрит на нас не так, то есть такого не будет. Но, допустим, такое случилось. Нашими соседями в особняке напротив была семья из Мартина. Их дочь Хулья, она кусала меня и забирала мою еду. Папа увидел это.
Он силой заставил девчонку съесть эту кукурузу, а девочка больше и не приходила ко мне. А он читал сказки? Нет. Это всегда было маминой заботой. Но папа нас катал на спине. И щекотал нас. А где же папин черепашка? А где же папин малыш? А то есть он любит нас? Да, конечно же, даже очень сильно любит. Он влюблен? Ты безумец? Он был очень влюблен в маму. Он украл и привез маму с самого Фоча. Он всегда смотрел ей в глаза. Как только приходил домой, первое, что делал, это обнимал и целовал маму, а потом наступала наша очередь. Всегда говорил маме: «Женушка с ангельским личиком». Я сейчас приду. Я бы сделала, мама. Нет, дочка, ты насладись беседой с братом. А я сразу же все улажу и приду. Ладно. Мама, давай на ужин приготовим кирде. Можно? Я пойду к мяснику с деньгами, которыми ты накопила. Да, сделаем, дочка. Ура, мы приготовим кирде. Кирде. Ты сказала кирде, сестра? Ты услышал? Очень мало. Ты сказала кирде. Да, если твои ушки не услышат, этот животик услышит.